Имя композитора Сергея Рахманинова – важная веха в истории российской музыки. В рамках неоромантизма он выработал собственный, легко узнаваемый стиль, при этом совершенно не отреагировав на модные музыкальные инновации начала 20 века. Прежде всего, эта черта отражается в его инструментальной музыке. Именно этими нотами было ознаменовано начало концерта в честь 150-летия композитора. В исполнении преподавательского состава колледжа и студентов звучали романсы из ряда произведений рахманиновской лирики. Этот концерт – одно из первых выступлений в Большом зале колледжа, только открытого после серьезного ремонта. Теперь он оснащен новой световой и звуковой техникой, а в зале создано все для комфорта исполнителей и зрителей. Я очень рад и уверен, весь зрительный зал сегодня рад тому, что то, что мы так давно готовили, а ремонтом этого зала, подготовкой новой концепции его работы мы занимались больше года. И сегодня, так же, как вчера, когда прошел первый спектакль в этом зале, а сегодня первый концерт, мы видим результаты своей работы и очень рады, что у нас получилось. А вот для Тимура Карданова этот день знаменателен тем, что он вживую услышал музыку любимого с детства композитора. Родители, бабушки слушали прелюдию, и я слушал вместе с ними. Это было завораживающее что-то для меня. А больше вам все-таки понравилось сегодня инструментальная музыка или вокальная? Я предпочитаю инструментальную в основном, но вокальная сегодня была тоже на высоте, поэтому я не могу не отметить то, как они сегодня выступили сегодня. Среди слушателей также были и студенты театрального отделения колледжа, которые с нетерпением ждут каждого выступления своих коллег. Каждый раз, когда у нас в колледже проходит подобный концерт, это всегда прекрасно. И все музыканты выкладывались на 100%, это я точно говорю. Лично мне больше всего запомнились хор и виолончель. Вот. Ну, это мое предпочтение. Мне понравилось, как выступал хор, то есть это многоголосие и так далее. Это было так просто вау. Я не особый фанат классической музыки, но это было так незабываемо и интересно. У меня больше нет слов. Елизавета Мартыненко, Мурат Кемрюгов, Архыз, 24.